86 кілограм. Еще выше деревянный барельеф подлинный, сохранился с начала 18 века. Низвержение Семена Волхва. А наверху видите фигуру человека, который падает на землю. Это Семен Волхв, который вознесся на небо и сказал: «Я Бог». Но молитвами святого Петра, именем которого назван наш город, в центре коленопреклоненная фигура слева. Семен Волхв был обратно низвергнут на землю. Точно так же, как шведский король, Карл XII, кичился своей непобедимостью, но Швеция была побеждена, был побежден Карл XII, и мы вернули здесь свои исконно русские земли. Во имя святых апостолов Петра и Павла был освящен Петропавловский собор, который далее мы с вами пройдем на экскурсию. А проходя под Петровскими воротами, те самые 20 метров толщины.